Следующая информация специально для вас, школьники. Вы, конечно, уже успели побывать в школе, увидеться с одноклассниками после долгих каникул. Рассказать самим и расспросить их о том, как прошло лето. Корреспонденты новой детской программы на национальном телевидении «Алкил Бупсер» в первые учебные дни тоже не теряли времени даром и подготовили для вас свежие и интересные школьные новости. Поехали. Республика наоборот. Сегодня, в первый по-настоящему учебный день, на национальном телевидении стартует новая детская программа «Акил Бупсер». Премьера состоится после «Республики взрослой» в 20 часов 30 минут. Корреспондентами «Акил Бупсера» стали настоящие школьники, которые, впрочем, прошли серьезный и совсем не детский кастинг. Здравствуйте! Вы смотрите национальное телевидение «Чуваши». Это самое всего двойной праздник – День знаний. Корреспонденты-ведущие будут проверять на себе, а затем рассказывать маленьким зрителям, каково это быть новеньким в классе, собирать самые интересные новости школьной жизни, брать интервью знаменитостей и представителей правительства Чувашии. Кстати, у зрителей нашего канала есть возможность «Акил Бупсер» не только смотреть, но и участвовать в создании программы. Свои новости и темы для сюжетов можно предлагать по телефону 64 11 11.